Приветствую вас. Я бы рекомендовал, конечно, начать с доверия в первую очередь. Я бы рекомендовал начать с выражения собственных чувств и желаний вам. Вот. Я рекомендовал бы вам это делать, ну, с этого начать, потому что это, условно говоря, ну, более такая адекватная позиция. Вот. И, соответственно, с этого нужно начать. Дальше. Значит, тот факт, что мужчина врет вам, говорит о том, что он чего-то стыдится и в чем-то не уверен. И это исключительно его проблема. Но вам нужно заявлять о своих желаниях, да, о своих потребностях, и смотреть, как он на это реагирует. Вот. И, соответственно, если он на это реагирует, ну, скажем так, равнодушно, вот, то это значит, что его не волнует ваше желание, а это, в свою очередь, означает, что он, скорее всего, менять ничего не будет в своем, ну, поведении, да, в своем отношении к вам. И это очень важно, это очень важный момент. Вот. Поэтому вы совершенно правы, что биться в закрытую дверь не стоит, но вот выражать свои желания вполне себе стоит, и также поработать с вашей уверенностью в себе и самооценкой, потому что то, что вас задевает, его какие-то поступки говорят о том, что вы имеете неустойчивое представление о себе. Вот. Также, как я вижу, регулярность вашего секса связана с уровнем доверия, да, и доверие, это потеря доверия произошла на фоне того, что вы узнали его в ранее, и на фоне того, что вы ссоритесь. То есть необходимо разобраться с причинами, да, почему вы ссоритесь, вот именно, ну, именно вот, именно ваш вклад, именно ваша сторона вклад какой, и научиться выражать свои эмоции адекватно и правильно. Вот. Далее необходимо проанализировать вашу модель взаимодействия, чтобы посмотреть, что именно в мужчине убивает либидо, да? Вот. Это, мне кажется, тоже очень важный момент. Ну и, естественно, чтобы вы не реагировали, чтобы вы не ревновали, да, чтобы вы не ссорились, чтобы вы не подталкивали еще больше его, значит, ну, чтобы вы не подталкивали его еще больше куда-нибудь. Вот. То есть, посмотрите в интернете я-сообщение, да, техника бесконфликтного общения. Вот, я полагаю, что это было бы для вас полезно. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили. Ну а если у вас ревность, то это страх одиночества, собственно, нереализованность, акцентрированное отношение к сексу и склонность сравнивать себя с другими людьми. Вот.
что вы, кстати, косвенно отчасти продемонстрировали, когда начали говорить про свой возраст, то, что мужчина, то, что вы старше мужчины на 3 года, по-моему. Вот. То есть у вас есть такая, вероятно, проблема восприятия себя. Не совсем, ну, не совсем адекватного, да? Вот. Либо не совсем адекватного, либо такого, ну, акцентрированного. То есть вы акцентируете внимание на каких-то вещах. Вот. Я думаю, что в любом случае с этими аспектами вполне можно поработать. Вот. И поработав, вы сможете уже понять, чего хотите вы. Вот, все ли дело в сексе, только. Вот. Заранее могу сказать, что нет. Дело не в сексе, а вот именно в том, что вы говорите, что вот вы ему не можете доверять, а это означает, что вы упираетесь на него, а не на себя во взаимоотношениях. И, естественно, таким образом создается прецедент того, что вы ощущаете свою зависимость от человека. А любой, кто оказался бы на вашем месте, любой, чувствовал бы примерно то же самое, ну, то же самое, что. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если мужчина также понимает проблему, вы можете обратиться к семейному психологу для более подробной консультации и анализа. Вот. Ну и вам самой, в принципе, тоже можно будет обратиться и пообщаться с психологом для решения проблемы. Вот. Основное то, что я могу сказать вам сейчас, это то, что он, ну, изначально вас слишком идеализировал, что говорит о том, что между вами было достаточно мало общего, а все строилось на страсти и так далее. Вот. Далее, то, что вы ссорились, ссора — это страх эмоциональной и физической близости, вот, и ссора — это следствие невыраженных вовремя проблем и непроработанности своих ощущений, чувств и эмоций, вот. Далее, ваши отношения строились на том, что я боялся вас потерять, что можно интерпретировать как отношение к вам в качестве предмета. Дальше вы пишете про вранье, вот, и, соответственно, видите про отсутствие доверия и про секс, вполне вероятно, что это, ну, есть прямая связь, но, опять же, непонятно, как это связано, вот. Ну, а дальше я вам уже говорю. Дальше я вам уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.